Приветствую вас, поскольку ваш вопрос находится в разделе психологии и в разделе семейных отношений, то я, соответственно, как психолог вам на него отвечу именно с точки зрения психологии. Вот. А вы, если хотите, можете уже задать его в специальный раздел эзотерики, там, где, собственно, вам ответят именно те, кто вам нужен. Значит, если ваша жена изменяла и изменяет, то на это есть причина. На это есть причины, и я предлагаю вам об этих причинах подумать. Чего не получает ваша жена от вас, что заставляет ее изменять? Что вы будете делать, если узнаете, что она вам изменяет? Какая будет ваша позиция? И по поводу ребенка, если есть подозрение, то здесь, на мой взгляд, не очень понятно, почему вы, ну, вот, если у вас нету доверия, да, к своей жене, то есть, ну, вы не доверяете ей, не доверяете ее слову, не доверяете, собственно, ее утверждению, что ребенок ваш, то почему, ну, например, не проверить, не сделать тест на отцовство, там, ДНК и прочее, и на чем основано ваше недоверие ей? Почему вы ей не доверяете? Из-за чего? На мой взгляд, это очень-очень важно, потому что у вас семья, у вас дети, у вас несколько детей, и они, в общем-то, хотят, наверное, чтобы, ну, их семья была счастлива, а если их семья не счастлива, то они, в общем-то, несчастливы тоже. И ваш вопрос, насколько все, точнее, мой вопрос к вам, насколько все то, что вы делаете, ориентировано на детей, как бы. Да, вы можете сказать, вот, у меня жена, она могла бы там тоже о детях подумать и так далее. Да, ваша жена могла бы подумать о детях, безусловно, но она, это она, а вы, это вы, и, соответственно, если вы хотите ситуацию, ну, если вы выбрали для себя вот такую ситуацию, то все-таки нужно именно в этой ситуации самостоятельно нести ответственность, а не перекладывать полностью ответственность на вашу жену. То есть признать и принять тот факт, что в вопросе измены вы несете 50% ответственности. Вот. Это ключевой момент.
Если мы это готовы принять, ситуацию можно исправить. Если вы принять это не готовы, вряд ли можно будет что-то поменять, даже если вы узнаете, что ваша жена вам изменяет. Делать-то что? Проблема-то все равно есть. Если она не изменяет, проблемы тоже нет. То есть проблема тоже есть, потому что вы не доверяете друг другу. Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!